у нас что, закончилась трофейная лига? Да, Сёма, ты все правильно понял. И кажется, я немного забыл к ней подготовиться, и у меня отняло очень много кубков. Ну и ладно, но есть другая проблема. В смысле, а ты о чем вообще? Ща, подожди, я сначала подарочки бесплатные заберу. Окей, я, пожалуй, сам это лучше сделаю. Во-первых, это будут монетки, а во-вторых, надеюсь, какие-нибудь кредиты. Ага, размечтался. Во, получаю удвоители. Да уж, немного не то, что я хотел. Ну и ладно, они же все равно достались нам на халяву. Это я уже понял. Борис, ты про что вообще говорил? Вот, мы зашли в клуб, и у нас есть мега-копилка. Так это же вообще хорошо. Ага, объясни-ка мне, пожалуйста, почему она пустая? Ой, кажется, на своем основном аккаунте я немного забыл сыграть. Это мы уже поняли. О, у нас что, обновился загрузочный фон? Да, и еще есть мега-копилка, правда, немного на другом аккаунте. Так давайте сразу это сделаем и заберем целую кучу подарков. Так, все, подожди, это немного не те подарки. У нас сверху должно быть написано, сколько осталось призов. Ой, а здесь, походу, какое-то обновление, и теперь этого не написано. Да уж, это я, конечно, понял, но зато мифический или, возможно, даже легендарный... Нет, все-таки без легендарного приза. Вообще-то мифик тоже неплохо. Давай его сразу откроем и выбьем всего лишь гаджет. Да уж, гаджет на барлетчика. Могли положить что-нибудь получше. В любом случае, мы, конечно же, продолжаем открывать все наши подарки. Но почему здесь наверху не написано, сколько у нас осталось призов, я реально не понимаю. Кубик, так это может просто обновление. У нас же совсем недавно обновился Бравл. Ага, и скоро он обновится еще раз. Потому что, насколько я помню, прямо на этой неделе у нас должен быть настоящий Бравл Толк. И мы будем смотреть его вместе с подписчиками. Ну да, я что-то думаю, у меня как-то слишком давненько не было стримов. И возможно, он будет именно в эту субботу. Если ты не хочешь его пропустить, прямо сейчас поставь лайк. И конечно же, подпишись на канал. А еще желательно поставить колокольчик, и тогда тебе точно придет уведомление. А я пока что готов открывать мифика и готов выбивать новых бравлеров. Но Бравл Старс так не подумал. Ага, это было очень грустно. Ладно, надеюсь, то, что это все для того, чтобы у нас выпала легендарка. Ты имеешь в виду легендарный пристар? Ну да, а потом из него выбить какого-нибудь легендарного бравлера. Ну в этом я, конечно, вообще нифига не уверен, но попробовать, конечно же, стоит. Окей, просто продолжаем открывать все наши призы и давай проверим, что же мне сейчас выпадет. Кубик, ты что, реально думаешь, что тебе повезет? Конечно же, да. Тем более, что у нас есть несколько аккаунтов, где мы все-таки сыграли в мегакопилку. А это значит, что у нас будет намного больше шансов выбить какой-то крутой дроп. И мы, конечно же, прямо сейчас этим занимаемся. Пока что только редкие, сверхредкие выпадают. Есть еще подарочек за пятый день. Да уж, про него я, походу, вообще совсем забыл. Кубик, ты же понимаешь, что это неправильно. Ничего страшного, скоро мы обязательно исправимся. А на аккаунте с нуля до леги нам, походу, немного не повезло. Наверное, потому что здесь уже есть целых три легендарки. Ага, и получается, до леги мы реально смогли дойти. А может быть, тогда зайдем на аккаунт? Проклятый Бравл! Окей, давай, конечно же, попробуем это сделать, но что-то мне это вообще нифига не нравится. А, Кубик, а где здесь мега-копилка? Я не понял. Фух, она все-таки появилась, а я уж думал, меня кто-то заскамил. Не, это просто у нас вначале акция появилась, а мега-копилка, конечно же, на месте. Мы ее открыли. Получили халявные блинги, монетки, очки силы и, наконец-то, 15 призов стар. Так, Кубик, у меня есть парочку вопросов. У меня тоже. Во-первых, почему всего 15? Да потому что ты не сыграл со своего основного аккаунта. Блин, ну я реально об этом очень сильно забыл. А какой там второй вопрос? А, ну да, я же еще хотел его задать. А почему на этом аккаунте сверху написаны призы, а на прошлом ничего не было? Кажется, это для нас останется настоящей тайной. Ага, и этот бой, конечно же, поможет нам ее раскрыть, если только ты поставишь лайк. Давай ставь его скорее, ведь бой его уже поставил. А еще, конечно же, не забудь подписаться на канал. И тогда я думаю, то, что у нас будет очень много подписчиков, и как можно скорее будет 2 миллиона. Нет, Кубик, мне кажется, 2 ляма подписчиков у тебя вообще никогда не будет. Это ты еще с чего взял? Да мне просто кажется, то, что на тебя больше вообще никто никогда подписываться не будет. Не, такого точно не может быть. Докажи Смену обратное, что прямо сейчас у меня, конечно же, еще добавятся подписчики, и их станет еще капельку побольше. Ага, а мы, кажется,
кажется, немного отвлеклись. Давайте просто ускоримся и максимально быстро откроем все эти призы. Борис, ну я вообще не понимаю, какой в этом смысл, если мне все равно нифига не выпадает. Только что вот из эпика выпали удвоители, из сверхредкого тоже удвоители. Совпадение? Не думаю. Борис, а мне все-таки кажется, что это было обычное совпадение. Сейчас открыли редкий, и здесь уже удвоители нету. Монетки. Ого, Кубик, а что если тебе сегодня еще и легендарный приз выпадет? Я, конечно, понимаю, у нас есть на это абсолютно все шансы. И этот легендарный приз может вернуться абсолютно в любую секунду. Ну, есть у меня такое предчувствие, что все-таки ничего не будет. Борис, не расстраивайся. Вот из-за того, что ты так говоришь, как раз-таки у нас может нифига не выпасть. Поэтому нужно просто думать о хорошем, о том, что Лего появится. Ага, а кстати, нам еще кредиты выпали. И походу это новенький бравлер. Сту! Опа-на! Плюс еще один эпический боец на аккаунте. То есть это что? Получается, аккаунт реально проклятый? Нет, Борис, проклятым он будет, если прямо сейчас не выпадет легендарка. Кстати, а пока что нужно выбрать бравлера. Тара, Джин или Макс? Кого выбираем? Лично я голосую за Тару. Она самая имба. Не знаю. Мне кажется, нужно Макс взять. Она же вообще крутая. Парни, это, конечно, хорошая идея. Но аккаунт же все-таки мой, поэтому я лучше выберу Джина. Воу, а такого поворота я вообще не ожидал. Давай тогда просто у подписчиков спросим, какого бравлера лучше выбрать. Вы, конечно же, это в комментах напишите. А я пока что заберу Джина. Но мы, если что, в любой момент можем, конечно же, наш выбор изменить. Да-да-да. Именно с этим расчетом я, конечно же, и попросил подписчиков, чтобы они написали в комментах. Я все равно думаю, то, что прямо сейчас мне 1000 кредитов нифига не выпадет. У меня тоже есть такое предчувствие. Тем более, что призы закончились. Не, Сёма, они закончились. Вообще-то еще есть бонус за первое место. И здесь есть 3 дополнительных подарочка. Мы их, конечно же, сейчас максимально быстро откроем. И походу, как обычно, нифига не выбьем. Эпик! Кубик, вообще-то из эпика могут выпасть эпики. Я помню. Но зная этот Brawl Stars, будут какие-нибудь монеты. А нет, очки силы. Спасибо! Ха-ха, Кубика немного заскабили! Ага, и вот все подарки, которые мы получили. Вообще-то еще забыли про Сту, он ведь у нас тоже добавился. Борис, ну мы же его получили за кредиты, поэтому там кредиты показали, и мы ничего не забыли. Окей, еще один редкий, как обычно, нифига, и сразу же идем дальше. Кубик, а давай теперь на мой аккаунт Семенович зайдем, он точно будет везучим. Хёк, Макарёк, ну давай, конечно, попробуем, но мне кажется, это точно было зря. В смысле? Это ты еще с чего взял? Да потому что тебе точно нифига не выпадет. Ты видел вообще себя? Ага, мне кажется, что у тебя будет максимально отстойный дроп. Давай даже это сразу же проверим. Ага, значит так, да? Да вы офигели, что ли? Подписчики вам прямо сейчас напишут, что мой аккаунт точно будет самый крутой. Окей, мне даже будет очень интересно почитать комментарии. Вы, если что, только там ничего не пишите. Давайте этого Семена заскамим. А? Что ты там сказал? Кубик, мне что, послышалось? Да-да-да, тебе все послышалось. Я сейчас просто беру и на твоем аккаунте максимально быстро открываю подарочки. Так, Кубик, а ты ничего не перепутал? Это вообще-то мой аккаунт. И я уже выбил спрейчик. И ты что, думаешь, что он очень крутой? Ну да, он ведь как раз-таки на того бравлера, которого я хотел на прошлом аккаунте. Кстати, да, а вот это реально совпадение, окей. Блин, в смысле? А как это только что получилось? Борис, я тебе же говорю, это просто случайность. Не нужно в это верить. А мне кажется, что это знак свыше. И он доказывает, что мне сейчас выпадет какой-то мифик. Сёма, ты вообще с чего это взял? Не, тебе мифика точно никакого не будет. У меня вообще есть такое предчувствие, что больше не будет ни одного бравлера. Ага, вот, например, из эпика выпадают удвоители. Блин, ну это реально какая-то подстава. Не-не-не, нужно просто дождаться новенького бойца. Ага, вот если бы кредитов побольше выпало, возможно, он бы появился. Но этого, к сожалению, не произошло. Но есть ведь еще бонус. Опа-на, давай посмотрим, что же будет в нем. Эпический подарок. Ну вот видишь, я же говорил, это знак свыше. Сёма, только ты еще говорил то, что тебе может мифический бравлер выпасть. А вот из этого приза мы его получить не сможем. А, ну да, об этом я не подумал. Ну ладно, зато будет новенький пинчик. Да уж, выпал радующийся Динамайк. А че он вообще радуется? Наверное, он очень счастлив от того, что зрители нажимают на кнопку поделиться. Нет, Борис, если зрители нажмут на кнопку
кнопку поделиться, тогда очень счастлив буду я. Нажми на нее, пожалуйста, тебе ж не сложно. А это все подарки, которые получились на моем аккаунте. Ну да, как я и говорил, дроп какой-то не очень. Кубик, да ты подожди, это только начало. Я сейчас еще в магазин зайду, посмотрю, что там есть. Тёма, да что у тебя там может быть? Опа-на, новенький значок. Ого, а я про него совсем забыл. Еще плюс один подарок. Это, конечно, очень хорошо, но этот подарок есть абсолютно на всех аккаунтах. Что у тебя есть еще? Удвоители. Вот это ты, конечно, везучий. Ну да, а я думал, будет хотя бы какой-нибудь джекпот. Ага, размечтался. Кубик, теперь очередь зайти на аккаунт. Ну, президент! И мы, конечно же, прямо сейчас это сделаем. Давай посмотрим, что же будет там. Мне кажется, что этот аккаунт сейчас точно будет самым везучим. Так, мега-копилка здесь уже есть. Это понятно, что она здесь есть. Ведь этот аккаунт точно так же находится в моем клубе, и я здесь хотя бы играл. Ага, хорошо, что ты хотя бы об этом аккаунте не забыл. Не то, что в основном. Блин, да ты достал уже, хватит мне об этом напоминать. Да, я немного накосячил, но ничего страшного, в следующий раз я обязательно исправлюсь. Ага, ты в курсе, что следующая мегакопилка будет только через 40 дней? Воу, реально что ли? А мне кажется, или раньше мегакопилки как-то почаще были? Это было раньше, эти времена уже прошли. Ага, это я уже понял. Ладно, тогда придется открывать новенькие спрейчики. Причем спрейчик на легендарку. Ага, и это хотя бы чуточку получше. Но все равно, ты же понимаешь, что эти спреи мне нафиг не нужны. Мне нужен новый боец, ну или хотя бы новенький скин. Кстати, мне кажется, или пока что еще ни одного скина не было. Воу, Борис Точняк, а я об этом даже совсем не думал. Возможно, он появится прямо сейчас. Ну, я, конечно, могу ошибаться, но из эпика вроде выпадают самые дешевые скины. Возможно, это так и есть. Давай, конечно же, посмотрим. Мне вообще, блин, очки силы положили. Да уж, даже хуже, чем самый дешевый скин. Полностью с тобой согласен. Это было какое-то максимальное невезение. Но мы все равно не останавливаемся, продолжаем дальше открывать все подарки. И прямо сейчас точно будет Лего. Кубик, ты думаешь, это сработает? Ага, главное просто в это верить. Продолжаем открывать подарки. Давай, пожалуйста, не подведи Brawl Stars. Ну можно мне хотя бы мифического приза? Да какая разница, даже если будет мифический приз, все равно выпадут какие-нибудь монеты. Сёма, если будет мифический приз, из него будут монеты, я тебя в эту же секунду нафиг выгоню с канала, понял? Ой, сори, молчу. Тебе аж только что кредиты выпали, а где Бравлер? Там совсем чуть-чуть не хватило, но возможно мы сможем забрать его прямо из Бравл Пасса. Мы, конечно же, сейчас попробуем это сделать, пока что просто продолжаем открывать призы. Ага, правда их осталось очень мало. Всего лишь 4 штуки, согласен, Борис, но шансы на легендарку у нас, конечно же, все равно есть. И походу она сейчас появилась. Кубик, а ты как это сделал? Я же вам говорил, нужно просто в это верить. И теперь осталось еще и выбить отсюда какой-нибудь нормальный приз. Не, ну там же монетки точно не должны быть. Я, если что, не хочу, чтобы меня выгнали. Ха-ха, если будут монеты, я вообще буду угорать. Короче, давай просто этот подарок мы попробуем максимально зарядить лайкосиками. Прямо сейчас его поставь, и тогда выпадет что-то очень крутое. Ну же, это будет новенький Бравлер Белль. Ого, эпический. Ух, прямо облегчение. Хорошо, что мы получили, ну, хотя бы одного бравлера из этих подарков. Кубик, ну какая разница? Скинов-то все равно не было. Борис, призы же у нас еще остались, поэтому шансы на скины, конечно же, еще есть. Тем более эпический приз. Не, скина никакого точно не будет. А вот это мы прямо сейчас узнаем. Открыли подарок, выбили очки силы. Я вообще в шоке с этого Brawl Stars'а. Кубик, смотри, появился легендарный пинчик и еще один бравлер. Ну да, бывали призы, конечно, и получше, но все равно выпал боец, и это очень неплохо. Это что, получается, реально не было вообще ни одного скина? Возможно, он появится прямо сейчас. На что я мог рассчитывать? Редкий подарок. Спасибо, Brawl Stars, за вот эти вот 25 очков силы. Зачем они нужны? Я вообще не врубаюсь. О, кубик! А может быть, грифа просто купим за 6 гемов? Да уж, так себе, конечно, инвестиция, когда его можно будет забрать абсолютно бесплатно. И походу еще трофейная лига закончилась. Да уж, получили 4 блинга. Это, мне кажется, прям самый крутой подарок. Кстати, напишите в комментах, сколько вы блингов получили за сброс кубков. А мы пока что видим новенький значок и видим еще в магазине халявные монеты. Сразу же их забираем. Ну а ты, конечно же, не забудь поставить лайк. 100% подписаться на канал и глянуть следующее видео, которое здесь уже появилось. Нажимай на него скорее.